Как сказать, взрослый более умный, он будет держаться за это, а дети не вернутся. Носятся как угорелые. Окна очень такие яркие, как не яркие, а большие, и я в том, что яркость дает пространству очень. И здесь хорошее эхо. Вот именно. Этот закрыт, конечно. У нас только один выход. Вот тут это. Да, пожалуйста. Вот, вот тут можно. Ну да, это точно. Вот там болото внизу, или озеро, или болото. Скорее всего, болото. Говорят, что мы среди болот находимся. Ладно, пойдем дальше, ребята. Что? О, напиши, засними этот щит, что это опасно для детей вообще. Есть любители, которые любят полазить в таких местах. Ладно, пойдем дальше. Закрыта ручка. Олег, пойдем дальше. Скважину будешь снимать здесь? Вообще-то я хотел снаружи скважину. Ну, можешь это заснять? Ну, здесь света мало. Пожалуйста. Ладно, пойдем. Да, скважина дверей. Сейчас придем сюда, пожалуйста. А, засними этот знак. И в ту сторону. Не, засними этот знак и вот этот щит сзади. И? Ну, просто, что это очень опасно, движение, знак молнии. Да, но это самое, это, как говорится, эвакуационная... Выход, который... Да. Это эвакуационный выход, который сейчас закрыт. Не, это закрыт... Он был открыт, когда школа работала. Ну, может быть. У нас тут ничего такого не будет, серьезного. Ладно, пойдем, ребята. Пойдем дальше, всякое бывает. Ну, не всякое, но... Сейчас сюда, да? Мы на выход. Сюда пойдем. Выход направо, да, налево, то есть. Сейчас пойдем туда. Мы заснимем эту скважину. А тут тоже все. Выход налево. Мы будем искать светлое местечко. Здесь закрыто, нет? Я сразу по рисункам прохожусь. А вот это кусок мало. Век не знаю какой. Это 1800. Нет, нет. Обгрызанный какой-то кусок нет, мыла. Нет, это 185 грамм. А слушай, сейчас проверим. А здесь? Да, он по всему говорит. Сейчас. Та-да! И здесь тоже свет работает. Да, и разведка. Как ни странно, но школа работает. Вот и мыло обгрызанное. И обратите внимание. Оно под углом обгрызано, видно. И значит, это ж чем-то вот так вот. То есть, вот так вот. Не, это использовали. Использовано, это, вот это именно пошло. Под углом. Ребята, все, пойдем. Потому да. Что вот. Да, что-то чертили. Вот именно под углом тут. Вот так. Что? Или, а или вообще? Кто-нибудь вот так вот делали. Не, вообще-то это крысами обгрызано. Так, или да, тут, или тут крысами. Два варианта. Или использовали по назначению. Или это крысы? Ладно, хватит уже с обмылом. Ладно, пойдем. Ладно, выходим. Пойдем дальше. А то это ведь не историческая хроника. Мы сейчас идем туда. Вот парта, это очень... Это не парта. Это парта... Парта с секретом. Там даже... Там, обратите внимание, там даже пауки и паутина. Мы да. Ее мы портить не будем. Пущай там история и останется. Вот так. Ну, сейчас идем. Вообще-то это парта, которая открывается. А, я знаю. Это парта маленькая для детей. Да. Во как. Все, ой, идем дальше, ребята. Да? Слушай, а скважина это годится, не годится? Не, ну, а, да. Вот. Сейчас такая. Снимать не будешь, да? Так, мы вот опять вышли. Это бывший почтовый ящик, который был на столбе, он есть, но он снят этот, я не знаю, где он стоял, но он сейчас приспособлен, прислонён, ну, это дуб, наверное. Очень много лет этому дубу. Подойдем ближе, этот ящик снимем просто, снизу вверх. Вместе с этим столбом, снизу вверх, такой вот. Это он был, он уже, видите, прогнило даже, это снятый. Да. Не, не прислоняй к дереву, не надо. Смысла нет. Туда выйдешь вот? Вот. Не, он сейчас прислонен, он где-то в каком-то месте был, где неизвестно. Ладно, пойдем дальше, ребят, снимать. Ну, тут цветы есть даже.
можем просто, просто заснять красоту этого места. Вот цветы обычно очень большие, кстати. Давно многолетние виды растений. Там красивее, кстати. Подойдем ближе к этому цветку. К озеру, да. Вот. Можешь поближе даже еще ближе. Просто красивые цветы. Дальше. Так, сейчас куда идем? Сейчас мы идем. Идея у нас была простая, обойти вокруг здания. Да, пойдем сейчас пойти, извиняюсь. Сейчас пойдем. Вот так, да, Олег? Ну да, по часовой стрелке. Сейчас пойдем к зданию, посмотрим, как она построена. Вокруг здания. Олег, как она построена, сейчас посмотрим, она... Вот это у нас... пожарная, как там Олег говорил? Сигнализация. Сигнализация, да. Очень интересно при том. Пожарная сигнализация, не историческая. Да. Я лучше домик буду снимать. У нас велосипед 20 века. Вот туда. 21-го. 21-го. Очень тут, интересно. Тут, у нас тут как спортивный. Это тоже можно снять. Баскетбольный, тут. Машины не будем снимать? Машины. Да, машину не будем снимать, это поле, я поле, больше буду дома снимать, а не здание, я... Самое здание, да. Здание, не знаю, 1900 года построено, 20 века, короче. 20 века, да, и если не 19, я не знаю, и... Да, тут... Что еще такого сказать? Вот... О, можно! Вот это наши ребята, вот эти наши ребята. Да, эти наши ребята. Спасибо за лайк. Да. Нам лайк поставили. Уже видео еще не вышло, а уже лайк. Сейчас пойдем к озеру, да, ребята? Сейчас заглянем у нас, заглянем, тихонечко заглянем, тихонечко посмотрим. Снимай. Мы снимаем, пад. Ой. Да, тут очень, тут. Ладно, ребята, пойдем дальше. Ладно. Не будем мешать им, мы пойдем дальше. Потихонечку. Вот это у нас. Как это по-русски приведется? Вот у нас это самое. До Корнетты 4,5 километров. Сейчас куда идем, ребята? Сейчас. Значит, ту сторону Корнетты. Не, мы идем это самое вокруг, в общем. Мы, говорится, никуда не от. Вот мы тут, не, вот, мы вот. Не в ту сторону, мы вот туда не пойдем, мы пойдем, вот мы сказали вокруг, да, этот вокруг, вот, вот именно вокруг, это все равно под часовой и против часовой, это вокруг. Вот это здание, это комнаты тут у нас, как это называется? Как? Классы, да. Будьте аккуратны здесь. Ой. Это подвальное помещение между прибыл. Да, пой. Оп. Смотри внимательно. Оп. Опасно, да? Очень тут. О, да. Вот тут у нас. О, пойдем посмотрим. Там. Это подвальное помещение. О, посмотри, посливи. Там вода в середине, но можно зайти заснять и мыть. Да. Ну, несколько секунд. Ну там темно, у меня... Просто засними и все. И... Засними только. Да, чуть-чуть. Это подвальное помещение, но здесь вода. И туда чуть-чуть засними. Темно, правда. Да, мне просто темно. А я думаю, свет есть, блин. Да. Там есть розетка? Если бы было бы фонарик... Только мне ступни. Надо, ребят, сейчас пойдем дальше. Очень, но... Я не дотянусь. Жалко, но тут очень красиво, как бы...
полукруглые это самое сферы, да. Как потолки? Сейчас потолки очень. Вокруг здания. Она уже заржавела, сними эту ручку. Если будет видно. Вот ручка железметаллическая. Сейчас пойду. Вот тут у нас тоже как. Так почему там вода? Если мы на горе. Там плохая, как это называется, канализация. Когда хотят, чтобы вода вышла, как это называется? Из здания. Не канализация. А вот что-то проверим. Тут что у нас тут? А, можем вот тут. Да, пойдем сюда, да, сделаем. Не, мы не пойдем. Мы пойдем. А она все равно закрыта. Там, кстати, сложено есть. А не пускай. А вниз пойдем? Вниз пойдем. Ну это там закрыто было. Да, да. Ладно, пойдем. А может быть и открыто, вот не хороший вид. О, что там наше? Сейчас мы пойдем посмотрим, что у нас еще придумано. Иди по сторонке, по часам, не ломай. Так, это та самая дверь, куда нельзя выходить было, да? Да, мы то есть уже с этой стороны обошли. Я застрял, где можно скажем. Ой, не понял. А сюда... Да, сюда не зайдете. Вау, это мы сюда зашли, зайди, сниму здесь. Да. И даже может свет есть. Сейчас. Лампа есть? Нет, что там, вот, за тебя. Вот. А, нету, жалко. Так, электричество не во всем здании. Все. То есть, ладно, не надо прицепаться к электричеству. Только в одном месте мы не нашли. Ну, это просто у них пока не руки. Это были. Пока только. Не нашли руки. Все будет. Вот сейчас вот у нас это... Гелилизация. Да. Это у нас... Если открыто, можно половить даже при желании. Ха-ха. Диггера. Сейчас пойдем по дороге, да? Большом. Это у нас автобус. Да, кто у нас водитель привез? Марис, да. Это у нас Яни Полы. Типа. Да. Это у нас, а вот эти наши ребята, похоже, наши. Что по дороге? Что у нас сейчас по дороге? Итак. Сейчас куда? Сюда пойдем, да? Мы начинали вот от этого ящика. Да, тогда сюда пойдем. И вот и заканчиваем на этом же ящике, я думаю. Может, дальше спасибо пойдем. За внимание.